Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет посвящено отчету по СП «Круги Клейтона». Напоминаю, что дизайн, который я вышиваю, называется «Сток сена». И давайте я покажу вам сначала свои продвижения на схеме. Посмотрите, вы помните, что в предыдущий период я вышла вот такой вот кусок. В этот период за недельку, за прошедшую, мне удалось вышить вот только вот такусенький маленький кусочек, потому что предновогодняя суета, предновогоднее приготовление, у меня совершенно нету времени заниматься вышивкой. И даже это видео я, скорее всего, выложу на день раньше. Сегодня у меня понедельник. То есть я на день раньше снимаю это видео, потому что уже сил моих нету, надо как-то на чем-то одном сосредоточиться. И, как вы видите, вот, как я сказала, вышито красненьким, вот здесь вот палочка такая вперед выдающаяся, и вот что у меня получилось на самой вышивке. Добавилось у меня ярких красок на вышивке. Так, вот здесь что-то такое прилипло. Добавилось ярких красок, вышился вот здесь вот кусочек кустика, вот такая палка, красная, розово-оранжевая даже. Немножечко меня смутил этот цвет, но я вышиваю по оригинальному ключу, и я так думаю, что это все-таки так и было задумано. Видимо, когда здесь зашьется зеленым, как бы все это уравновесится. Ну вот такой мой небольшой, совсем малепусенький отчет. На этом я закончу и хочу сделать небольшое объявление, так сказать, предупреждение, что мне, наверное, придется пропустить одну неделю в отчете, потому что это будут самые праздники, то есть это будет 6 число, и у меня не будет просто физической возможности что-то снимать, потому что у нас постоянно будут гости, постоянно чередоваться будут гости, то мы в гостях, то у нас гости, и, к сожалению, возможности снимать у меня не будет. Если вдруг такая возможность появится, конечно же, я что-то для вас сниму. Но, скорее всего, очередной отчет выйдет уже через вторник, 13 числа. И я надеюсь, мне уже будет, что вам показать. Чтобы вы меня совсем не забыли, я постараюсь записать какое-нибудь видео и открыть его уже в празднике. Ну вот, на этом я заканчиваю свой маленький отчет. Я была рада видеть вас. Заходите в гости еще.